Олег неправильно питался, но все равно не потолстел. Ел вилкой суп, глотал ириски, пил носом с пола молоко. А знают ли наши соликамцы, как правильно питаться? Правильно питаться, режим соблюдать. Утром завтрак должен быть, обед и ужин, как положено все. Я утром кашку кушаю, это как всегда. В обед стараюсь. Колбасы, конечно, вообще не покупаю никакие уже. Стараюсь мясное что-нибудь с мясом. Суп там немножко и что-то второе, картошку там, допустим. Ну и то стараюсь как можно меньше, все равно толстый. Правильное питание? Ну это, наверное, вся зелень сейчас летом, только вот это правильное питание. Огурцы, помидоры, больше ничего. Балансированное. Йогурты. Вот и все, больше ничего. А вы как считаете? Да я так же считаю. Витамины, все, лето. Лето, одни витамины, конечно, больше ничего. Укроп, петрушка, все. Лучшие друзья. Есть овощи, фрукты и не есть после 6. Правильное питание – это здоровая пища, побольше жидкости, желательно воды, а не алкоголя, как это делают многие. И, конечно, здоровый сон – это уже здоровый образ жизни получается. Ну, овощи, фрукты, большое количество мяса, потому что мясо – это белок, мясо – это полезно. Ну, я просто как сам спортсмен просто. Правильное питание – это у нас, значит, быстрые углеводы, это, значит, овощи, фрукты. Первое, да, у нас белок, то есть белок, где мы можем из обычных продуктов, да, достать, это яйцо, молоко, творог, то есть спортивное питание можно употреблять. Ешьте правильную пищу и поглощайте правильную информацию, которую для вас приготовили Олеся Петровичева, Кирилл Литвин и вся телекомпания «Соль ТВ».